«Приключения на ферме». Зенон уехал! Играем! Да, да! Прятки! 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Я смотрю, вы играете в прятки. Я знаю лучшее место на ферме, чтобы спрятаться. Пойдем, покажу. Нашел! Лола, ты за деревом! Пепе! Пепе! Курица Батараза! Нет, уточка, не говори мне, где она! Я должен сам найти ее! Но... Бартолита внутри контейнера! Нет, это цыпленок! Хватит, Бартолита, я знаю, это ты! Где же дятел? Нашел! Пепе, пожалуйста, послушай! Курица Батараза! Я же сказал не говорить мне, где она! Дятел! А? Я тебя нашел, дятел! Пепе! Здесь ее нет! И здесь нет, и здесь! Пепе, ты проиграл! Ты не можешь найти Батаразу! Ладно, я сдаюсь! Батараза, ты выиграла! Да, Батараза, ты выиграла! Батараза! Батаразу утащил волк! О, ладно, скажем ей... Что? Уточка, что же ты раньше не сказала? Ну, я пробовал... Куда он ее утащил? Это Батараза! Мы должны что-то предпринять! Я с этим разберусь. Волку придется иметь дело со мной. У волка вот такой рот, полный острых зубов. Тогда, может, позже. Но волк съест Батаразу. Плохой волк! Вот увидишь, когда Зенон вернется. Точно, позовем Зенона. Да, только Зенон может все решить. Но Зенон уехал. Нам нужно что-то придумать. Но я не знаю, что. Почему вы так на меня все смотрите? Помогите! Кто-нибудь, помогите! Да, это машина Зенона! Нет. Зенон едет! Большому злому волку придется иметь дело с ним! Мне пора смываться. Пока! Спасибо, друзья! Вы спасли меня! Ха. Волку повезло, что он успел сбежать, иначе ему бы пришлось иметь дело со мной!